кушать конфеты всякие, сладости всякие. Мама Кира, папа Женя. Своим равный. Это у нас маленький ураган. Он родился таким, он растет таким, и думаю, всю жизнь он будет таким же у нас. Очень активный, очень любознательный, ему все интересно. Сейчас поем. Рано очень научился читать, годов 3, наверное, уже. Радостно. А вообще он очень позитивный. У него очень много положительной энергии, несмотря на то, что он, как все дети, собственно, шкодничает. Но, тем не менее, он очень жизнерадостный. В чем-то он похож на каждого из нас. Энергичностью он похож, мне кажется, на Киру. Такой же импульсивный, очень увлекающийся всем, такая страстная натура. Я более сдержанный, более такой увлеченный чем-то заумным. Вот у меня он, видимо, больше читает, больше над чем-то сидит, корпит. А вообще нам нравится то, что он такой вот у нас очень подвижный, очень везде стремится залезть, успеть. Не дает нам отдыхать, но мы, в принципе, воспринимаем это как тяжелое, но счастливое время. Для нас это очень здорово. Он наша гордость, наше будущее. Счастье, когда ты улыбаешься, и такое счастье бывает. А что такое любовь? Любовь, когда целуют, обнимают. Какая-то любовь хорошая. Я очень сильно хочу, чтобы он стал врачом, а потому, чтобы он помогал людям. Чтобы он вообще занимался именно такой профессией, я ни в коем случае не буду на этом настаивать, безусловно, но мне бы так хотелось. Вот. Потому что это... А вообще еще бы, чтобы хирургом был именно. Ну, я не знаю почему. Либо педиатром. Быть хирургом, наверное, это тоже очень такая тяжелая, но ответственная и хорошая, я считаю, работа. Ну, вообще врач это... Он спасает жизнь. Вот. А это очень важно. Я думаю, что он вырастет хорошим, умным, серьезным человеком. И будет, возможно, нас лечить стареньких. Также надеемся, что в будущем у него будет своя семья. У нас будут веселые, хорошие внуки, такие же внуки, внучки, там, правнучки, внучки. Вот. Дети — это здорово, это классно. Thank you.
Со своей стороны, я бы хотел пожелать, наверное, ему, чтобы жизнь его была такая, как сегодняшний день. Счастливая, безоблачная, радостная. Чтобы он всегда был окружен любимыми людьми, интересными людьми. Чтобы по жизни ему было все легко, давалось. Чтобы все у него было счастливо. Ну, а я бы хотела сказать, чтобы он вот был счастливым настолько, насколько это возможно вообще. Чтобы брал вообще от жизни все, имея возможность, он ими пользовался. Потому что это очень важно, чтобы он ни о чем никогда не жалел. Мне заплакать хочется.